Петрович. Скоро до города доберемся.
Эх, черт. Канистру свистнули. Придется поискать топливо в деревне. Отлично. По коням. Боись, Петрович, скоро до города доберемся. Стрелки ты держишь, тебе ближе. Здесь раньше обслуживающий состав ходил. Материалы доставлял. Да, когда-нибудь зарастет тут все, если на ноги не встанем.
что припасено. Чтобы не скучать. Конечная, Петрович. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Надо найти, чем бы цепочку сковать, а то перелезать не хочется. Эй, мужики, помощь нужна? Чё? Проваливай отсюда! Сука, хана тебе!
падлы! Мы еще поговорим с вами! Спасибо, ребята! Всю душу из меня вытрясли, если б не вы! Вижу, вы устали с дороги! Могу предложить вам ночлег и теплый чай с малиновым вареньем!